был Сергей Александрович Сетов, да, главой города. Поставили мы танк, поставили мы якорь, поставили мы стол. Завтра придет Ёлкин Алексей Васильевич, станет главой и скажет: да нахрена нам там этот танк и якорь, давайте нахрен его уберем, потому что жители города так решили. Ну, решили жители города, понимаешь? Вот решили. А мы тихонечко этих бюллетеней нахреначим туда. Я, знаете, вот поверьте, я знаю, как это делается. Я этих бюллетеней нарисую завтра. Штук 40. 140. 1040. Как ты можешь знать, о чем вы говорите? Поверьте, я могу это сделать.